Святому равноапостольному великому князю Владимиру, в умилении души и сердец, помолимся. О великий угодничий Божий, равноапостольный княже Владимире, призри на немощи наши и умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на нас зело, да и да не погубит нас со беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости своей, да всадит в сердца наше покаяние и спасительный страх Божий, да просветит своей благодатью ум наш, воеже оставите нам стези нечестия, и на путь спасения обратитесь, неуклонно же заповеди Божии творите, и уставы святые церкви соблюдайте. Моли благосердие, человеколюбца Бога, да явит нам великую милость свою, да избавит нас от смертоносных болезней и от всякого зла, да сохранит и спасет рабов своих от всех козней и наветов вражей, и да все мы сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящие и превозносящие Бога во веки веков. Аминь. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.